Здесь оружие-то может быть любое. О, да ладно, серпики наши любимые. Ой, серпики, как мы их любим. Ребята, прям ностальгия по сигуновским боям. И еще один хэдхит, и опять броня. Это что за такое имбо-испытание? Нелегкое. Еще хэдхит. А вот попали все-таки нормально. Да, попали нормально. И даже, может быть, магии его шлепнем. Но этого недостаточно. Броня опять. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами команда Detol, и это Shadow Fight 2. Всем привет, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем бои в интерлюде. Охо-хо, ребятки, наш ученичок поднатаскался, ты смотри, как давно. Смотри, какие прикольные удары он нам наносит, прям какие-то мощнейшие. Да, ребят, ну что ж, смотрите, какой у нас здесь расклад. У нас, конечно же, есть турнирчики и испытания, все нормально, и, конечно, мы сегодня пойдем в затмении. Да, ребят, на самом деле мы уже готовы идти на отшельника в обычном режиме, 100% мы его завалим, но мы хотим поднатаскаться и увеличить свою мощь своего оружия и экипировки, чтобы пойти в затмение. Да, ребята, чтобы победить его на максимум, показать вам классное видео, и поэтому сейчас будем все-таки, кстати говоря, нам, ребятки, надо заработать вот эти жилеечки, все-таки бонусы вот эти для апгрейда, зачарования, это имба тема, поэтому будем тащить сейчас пока что в турнирчике, а потом пойдем в испытание. Что у нас здесь? Переходящий эффект горения. Хорошо, поехали в бой. Ребятушки, прямо сейчас можете поставить лайк, подписаться на канал тех, кто еще не подписан, и, конечно же, поделиться этим видео в своих соцсетях, а также рассказать лично своим друзьям, что есть такой прекрасный канал Detol. Да, ребята, поддержите команду Detol, мы будем вам чрезмерно благодарны. Спасибо вам большое, что вы с нами. Поехали в бой! Так, турнирчик у нас в затмении. Ты смотри, здесь утес с Крисами Брэдфордами. Крисики Брэдфорды мощные у нас, торнадливые такие. Да, мы их очень любили. Опа, о, да, смотри, вот, как пошел в разнос. Ты смотри-ка, утконос. Ну-ка, сейчас мы ему надамажим, ребятки. Слушай, мы у него уже забрали здоровье обратно. Мы ему забираем здоровье, не даем ему просто никакого малейшего... Шанса на атаку, ребята. Дамажим по максимуму. И даже вот здесь сейчас бахнем его. Ой, а ух, как он так? Смотри, как хитро увернулся. Увернулся-то от нашей классной магии, ребята. Вот прям вот эта магия мне прям очень нравится. Вот, если честно, хочется прям ее даже использовать ради того, чтобы посмотреть эту взрывную волну. Все, первая победа за нами. Утес повержен в первом раунде. И у нас второй. Да, ребята, второй раунд. Но я думаю, что здесь он будет посильнее. Но мы ему тоже не дадим спуска. First strike, head hit. Вот такой вот. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! А вот это неожиданный расклад. Да, ребята, ладно, выбил нам оружие. Будем бороться, ребята, подручными средствами. Ну-ка. В этом плане мы тоже можем немножко похвастаться. Мы и прошли... магия! Вот так вот. Слушай, как-то слабо наносит урон. А потому что она у нас предыдущего левела, мы еще пока не проапгрейдили ее, к сожалению. Не хватает денег, ребята, пока апгрейдим экипировочку. Ну, это нужно, реально нужно. Магия все-таки вспомогательный элемент. Так, нужно побеждать, утесы, что за дела? У нас или перегрев. А нам бы сейчас такую мощную... Вот, ох ты, хорошо, под перегревчик, ребята. Опять перегрев у нас. Опять перегрев и задамажим. Ну, задамажим его. Да, и еще один ударчик. И еще один ударчик. Давай, ну, нет, да ладно. Да ладно, ребята, все-таки торнадо превзошло наши рукопашные бои. Но ничего страшного, у нас есть третий раунд всегда в запасе, поэтому мы, не переживая, немножечко поддались ему даже. Ну да, почему бы и нет, хотя могли победить, просто расслабились реально. Да, расслабились, заболтались, ребята, уделили вам немножко внимания. И сейчас, вот, так, сейчас, подожди, вот так. Ой, как он нас подбросил! Какой он красавчик все-таки. Слушай, что-то как-то сильно, да? Да, слушай, хотел вертушку свою показать нам. А так, мы подожди, ему... получается у меня, вот она, ой, я думаю, что такое, да, когда? Джойстик слетает с пальца. Вот хорошо, ребятки, вот. Отбросили его в сторону. Отойди, дружище. И давай даже вот так вот сделаем. Бам! И еще раз. Бам! Даже с сюрикенами своим метательным оружием добиваем противника, хотя практически их не используем. Да, ребятки, смотри, 1000 уже получили, неплохо, кстати говоря, неплохо так. И у нас 2600 наших платиновых монеток, мы что-нибудь можем проапгрейдить-то? Если ты любишь Лего,
Подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Можем проапгрейдить, но у нас, ребята, есть такая тенденция, когда мы на апгрейд ставим, у нас почему-то иногда вылетает игра. Ну, в игре, видимо, баг. Хотя нет, ничего не можем проапгрейдить. Да, у нас, смотри, уже... подожди, стой, у нас все уже переходит на 4-й уровень, правильно, следующий апгрейд? Апгрейд нет, 4-й это последний уровень апгрейда у нас. Ну, то есть да. Это последний, да, то есть надо проапгрейдить, и тогда уже точно в затмении можем идти на отшельника прям 100%. Прям на изи его будем разносить, вот к бабке-гадалке не ходи. А может быть и в такой экипировочке пойдем, ребят, так что подзаработаем сейчас немножечко еще. Слушай, может быть, конечно, ударную волну проапгрейдим. Так, давай пока поиграем, турнирчиком пройдем, давай, а по итогам видео посмотрим, сколько у нас все-таки монеток. Да, давай в испытание, здесь у нас переходящий эффект горения, стадия 5, ребята, будет интересно посмотреть, что у нас получится. Поехали, ребята, в бой, у нас горячая картошка, ребята, кто не знает. Бархать против нас Саймикс, а опасный противник. Да, мощный, смотри, какая у нее шапка-то королевская какая-то, ракушка на голове. Или, я не знаю, какой-то дракон, что ли. Смотри, горит мы, горели мы, теперь горит она, и еще горит она. Слушай, опять. А мощный, кстати, пожар, ты, ох, ты же на... Ты видел? Один удар в голову, ребята, и противник повержен. Вот еще один такой же удар, и круто. Слушай, мне кажется, у нее очень большая шапка, мы по ней прям зацепляем своими дзяньговыми. Так что... Не нужно наряжаться порой, когда собираешься сражаться с таким противником, как команда Detol. Это точно, ребята. Ну-ка. Так, слушай, хорошо, она начала дамажить. И с разворотика так красиво нас дамажит. Ух ты, смотри, у нас же еще переходящий урон вот этот вот. Да, но я думаю, что все шансы у нас есть. Тем более у нас есть третий раунд, на всякий случай. Ой, слушай, хотел подкувыркнуться. И что-то как-то нам нужно атаковать срочненько, ладно, потому ладно, что у нас атакуем. Же хорошо. Отнимается здоровье. Как скажешь. Грейт, ребята. Отлично. Победа. Победа, ребята, мы выиграли просто на изи. И это круто. Слушай, знаешь, что у меня какая есть идея неплохая? У нас есть дуэлька. Ага. Дуэлька. И смотри, здесь победа по времени. Это что значит победа по времени? Нужно как можно по быстрее. По истечению времени. Или может быть... Так, есть достигни уровня крейзи. О, хорошее испытание, но в затмении мы в него не пойдем на всякий случай. Поэтому, ребята, здесь у нас будет, наверное, непобедимый противник, да, и нам нужно будет крейзи. Или очень слабо наносящий дамаг противник. Да, посмотрим, короче, что сейчас будет. Отправляемся в бой, заработаем билетиков немного. Да, ребята, а если вы не поставили лайк, поставьте, пожалуйста, нам лайк. Нам это так нужно, это нас мотивирует делать для вас хороший, качественный контент. Погнали в бой! Поехали в бой! Ну что ж, сенсей говорит нам, что использовать нужно различные удары для достигнуть... О, смотри, у нас ниндзя-рукопашник! Вот такой вот простой, кстати, у нас здесь оружие-то может быть любое. О, да ладно, серпики наши любимые. Ой, серпики, как мы их любим! Ребята, прям ностальгия по сигуновским боям. Итак, бам-бам! Так, бам-бам-бам, бам-бам-бам. Эй, что-то не дамажит нас совсем? На перфект, что ли, пройдем? Слушай, я даже не знаю, что-то он своими руками как-то затерялся, мне кажется. Мы бросили его. А что у нас здесь за магия? Может быть, вот наша магия, ребята? Да ладно, слушай, это круто. Все-таки ударил. Брутал стиль у нас, ребят. Ну, до крейси мы, наверное, не дойдем, мы быстрее его задамажим. Конечно, смотри, и щит еще пробили ему. Как мне нравятся серпы, ребята. Я думаю, что оружие, которое мы зачаруем на супер зачарование монаха, будет серпы. Но для этого нам нужен полный сет. Да, полный сет. Ну и, конечно же, 52 уровень, чтобы не жалко было потом перезачаровывать это все, чтобы получить максимальное свойство. Итак, бам! И последний ударчик дотянется. Ах, да. Хорошо дотянулись. Ну, ребят, ну серпы прям тащат. Ну, прям вы видите, да, что прям с легкой руки мы играем. Это, конечно, круто. Это, конечно, очень круто. Ну что, давай, может быть, попробуем все-таки кукловодику сбегать? Давай попробуем, зайдем к нему в гости. У нас, в любом случае, достаточно билетиков. Да, вот они, билетики наши, все здесь, ребят. Так что восхождение идем и попробуем. Так, у нас 100 урон. Только в голову. Опа. Так, Цзяньго у нас неплохо дамажит сразу в вертушечке. И поэтому поехали. У нас даже 5 уже, ничего себе. В бой, ребята, кукловод нас ждет. Мы хотим получить сет монаха. Поехали. Итак, у нас ниндзя. Ниндзя Сайми, ребята. Ну что ж, ох, хорошо, хэд-хит как раз. А где урон? А у него броня. Да. Слушай, ой-ой-ой, слушай, три комбо сразу зарядил нам.
Слушай, мы, кстати, не сможем восстановить здоровье, если не будем в голову попадать. Не, да? Не будет восстановления. Конечно. А, мы же у него не забираем здоровье? Если не забираем... А эффект восстановления здоровья только при заборе здоровья, конечно, ребята. Только при, когда у него уменьшается. А я думаю, если один раз даже в голову попадем, то этого будет достаточно. Слушай, ну мы один раз попали, а он взял и броню себе поставил. Ну, тоже такое бывает. Хэд-хит был только что, и броня опять, ребята. И еще один хэд-хит, и опять броня. Это что за такое имбо-испытание? Нелегкое. Еще хэд-хит. А вот попали все-таки нормально. Да, попали нормально. И даже, может быть, магии его шлепнули. Но этого недостаточно. Броня опять. Ну, слушай, может, броня свойство свое потеряет. И ой-ой-ой, он нам захэд-хитил, ребята. Он нам хэд-хитит и попадает постоянно в голову почему-то тоже. Хотя ему это не нужно. Так, слушай, ничего себе противник. Ужас да. Какой-то. Да, ребята, что-то прям, ну как... Не понимаю, в чем прикол нашего иммунитета, если мы не можем пройти вот такое испытание. Что за вот какое-то ощущение, да, такое ощущение, что иммунитет, наоборот, нам увеличил... Сложность. Сложность, да, в чем дело, не по зубам. Ну как-то не по зубам, да. Вот да, реально, что-то кукловод. Не пошло. Мы прошли врата теней, уже вроде такие нормальные ребятушки, уже всех валим спокойно, а тут с каким-то кукловодом не можем справиться. Да, ребята, ну что, вот такое вот сегодня было видео. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и расскажите друзьям, ребята, про наш каналчик. Поделитесь этим видео, и мы будем вам очень благодарны. До скорых встреч, новых видео. Пока. Пока, ребята. С вами была команда Detol.